Компания Danica занимается строительством энергосберегающих и пассивных домов. Мы работаем уже много лет и представляем уникальную технологию украинского производства, которая не имеет аналогов ни в Европе, ни на рынке СНГ. Она является одной из лучших технологий вообще в мире по строительству домов из монолитного бетона. Наша технология является одной из лучших в мире по строительству пассивных домов. Это подтверждено президентом Ассоциации пассивных домов. И рядом уже проверено, рядом лиц уже архитекторов, дизайнеров, строителей на практике. И имеем большое количество построенных домов по этой технологии. Технология очень интересная, она вполне доступная, она очень понятная, не требует дополнительного обучения людей. Она используется уже в Киеве, используется в Украине в большом количестве. Поэтому будет интересно просто посмотреть, как это реализуется, посмотреть, какие есть вообще новые подходы к строительству, как они позволят строить с гораздо меньшими себестоимостями строительства. Также будет демонстрация возведения стен, демонстрация того, как монтируется теплый монтаж окон или дверей непосредственно в утеплитель, какие способы. Это будет с нашими партнерами-окончиками. Также будет демонстрация того, как можно декорировать фасад подобных домов. Это тоже технология, ну, уже откатанная, это европейская технология каменного шпона, вам тоже будет это интересно посмотреть. В настоящее время наша технология используется для частного строительства. У нас уже есть ряд построенных домов, они, ну, как бы внешне вы их никак не отличите от других каких-то красивых современных домов. На практике показатели энергоэффективности домов настолько высоки, что стоимость обогрева этих домов в зимний период, она, ну, в нее просто не верят. То есть, когда у нас уже жильцы рассказывают, что, ребята, мы тратим на дом там 2-5 тысяч гривен в год на обогрев электричеством, то у нас просто строители некоторые не верят, и архитекторы, как так может дом 200 метров иметь энергопотребление такое низкое. Вот. Но это уже на практике. Это достигнуто. Это не даже, это, у нас есть эти расчеты, конечно же, и в теории. Вот. Но теория одно, практика другое. То есть у нас есть практически хорошие результаты. Поэтому приходите, мы покажем, как это работает, мы покажем, почему это так работает, как можно сделать дом без единого мостика холода вообще в окружающей конструкции, как можно монтировать окна, двери, утеплитель. И это будет до 10 крат увеличение энергоэффективности этих окон и дверей. Как красиво сделать фасад из каменного шпона, либо других керамических новых материалов, облегченных, которые доступны, которые не менее красивые, не менее устойчивые, чем традиционные материалы, но при этом очень красивые внешне и очень доступные. И легкие в монтаже, это тоже, этот монтаж тоже будет продемонстрирован на выставке на стенде. Вместе с монтажом стен, с монтажом теплого фундамента и с монтажом окон на эти стены теплые в утеплитель. Мы являемся партнерами фестиваля строительного сервиса. Очень довольна работой с ним, потому что аудитория, которая приходит на выставки, она всегда целевая, всегда интересна. У нас получается всегда классное представление для людей, хороший охват аудитории. Аудитория тоже, ну, и удобство, и есть комфорт в размещении, ну, и в организации всегда порядок. Поэтому мы очень довольны сотрудничеством, поэтому приглашаем всех. Приходите, вы тоже не разочаруйтесь. В рамках фестиваля будет много интересного, будет много инновационных технологий, которые, ну, просто обязательны уже, наверное, к изучению архитекторами, строителями, кто стоит в ногу со временем. Поэтому обязательно придите, посмотрите, это немного времени займет, посмотрите график лекций и выступлений, и если не успеете, приходите на стенды, потому что это все будет в записи, заходите на Facebook, смотрите там тоже. 26-28 сентября в Международном выставочном центре. Ждем вас на строительной выставке. Будет интересно, приходите.